сегодня мы готовим мой любимый украинский борщ. Очень вкусный, ароматный. Для него я всегда беру большую кастрюлю. Это у нас здесь водичка, мясо любое можете брать. У меня говядина, лавровый лист одна штучка и пару горошков перца. Я подготовила капусту, свеклу. Нарезаю всегда мелко, не люблю куски большие. Картофель, морковка, лук, чеснок. Также здесь нужен будет лимон и зелень. Лимонный сок и зелень. Шум снимаю. Снимаю все лишнее. Готовим мясо до готовности. Доводим. Можете делать постное без мяса. Добавляю сюда картофель. Сразу добавляю вместе с картофелью. Добавляю капусту и также половину свеклы и половину моркови. Остальную половину я буду обжаривать отдельно. Все это я перемешиваю и оставляю под крышечкой вариться. Отдельно делаю зажарочку. Обжариваю на растительном масле луковицу мелко нарезанную. К луку добавляю оставшуюся свеклу и морковь. Все хорошо перемешиваю, обжариваю на медленном огне. Тем временем в кастрюле у нас все кипит, варится. Зажарочка обжаривается. К зажарке я еще добавлю столовую ложку томатной пасты. Если вы не используете, можете не добавлять томатную пасту. Я добавляю томатную пасту и перемешиваю все, обжариваю до готовности. До мягкости овощей. В кастрюльке у нас все кипит, бурлит. Пробую картошечку на готовность. Она мягенькая, полумягкая такая. Можно добавлять зажарочку. Добавляю зажарку, все хорошо перемешиваю. И оставляю под крышечкой кипеть еще 10 минуток. Добавляю сюда чеснок. Добавляйте побольше, будет вкуснее. Добавляю также сюда лимонный сок, сок одного лимона. Можете добавить лимонную кислоту. Также подсаливаю по вкусу. Все хорошо перемешиваем. И в конце, как всегда, я добавляю зелени. Зелени много не бывает. Добавляю много. Все хорошо перемешиваем и оставляю еще на пару минуток закипеть. Вот такая у нас красотища получается. Красный борщ. Очень вкусно. Поливаем еще сметанкой. А если есть сальцо, еще салок к борщику с хлебушком. То, что надо.